Что такое везение? Александр Васильевич Суворов когда-то сказал: один раз везение, второй раз везение, помилуй Бог, когда же умение? Везение – это когда человек заметил случай и дал ему шанс. Есть такое понятие знака. Знак, который тебе дает жизнь и окружающий мир, это маловероятные события. Обращайте внимание на маловероятные события. Именно маловероятные события говорят о том, что линию твоей жизни пересекает какая-то другая линия. У тебя сейчас есть выбор. Если ты заметишь случай и дашь ему шанс, то тогда у тебя может начаться другая жизнь. Тогда что-то может новое происходить. Хоть раз в месяц нужно ездить по дороге, по которой никогда не ездил. Хоть раз в месяц надо ходить в тусовки, которые, казалось, совсем далеки от тебя. Хоть раз в месяц нужно читать книжку из совершенно какой-то другой сферы. Дайте шансу возможность. Постарайтесь больше сталкиваться с ситуациями, которые в обыденной жизни, вот на той линии жизни, в которой вы сейчас находитесь, никогда бы не встретились с вами. И тогда вы впускаете в свою жизнь удачу.